Привет, дорогие друзья, вы на канале Милагейм. Это лунный Новый год, ребята. И мы с вами паркурим по китайским фонарикам. Смотрите, как классно. Можно по ним полетать. Это очень-очень красиво. Так, дальше куда, ребята? Не знаю, долечу или нет. Очень далеко этот фонарик располагается. О, нет, ребята. О, нет. И я не долетела. Но все-таки это очень прикольно. Ребята, у нас появилась новая секретная коробочка. Первая секретная коробочка вот, а вторая, ребята, вот она на магазине китайском. Смотрите, ее очень хорошо видно. Мы ее собираем, и в ней 400 монеточек. Классно, а еще там есть фонарик. Давайте мы его зажгем, еще один фонарик вот здесь. В этой серии, ребята, мы будем с вами зажигать фонарики. Отыщем все вот эти красивые фонарики. И вообще мне идея это понравилась, что мы зажигаем фонарики. Это очень необычно и в тему этого праздника. Это третий фонарик. Два фонарика мы с вами зажгли возле маяка. Вон они там горят, ребята, справа и слева от маяка. И мне в комментариях девочка написала, что еще есть фонарик в самом маяке, поэтому мы туда обязательно с вами тоже отправимся. Так, ну что, поехали забирать. Собирать фонарики. Вот еще один. Классно, у него здесь крыша такая золотая. Еще один готов. Четвертый, ребята. Я вижу, что есть фонарик на соковой фабрике. Даже целых два фонарика. Сейчас запрыгнем и тоже их зажгем. На самой трубе спрятался следующий фонарик. Зажигаем. Давайте посмотрим внимательно, куда нам дальше с вами отправиться. Где же еще есть фонарики? И вот эти красивые лавочки, ребята. В игре столько всего интересного, что я даже на лавочке забыла полюбоваться. А еще, ребята, я хочу у вас кое-что узнать. Как вы думаете, для чего же нам нужны вот эти доски? Смотрите, эти доски похожи на доски для объявлений. Может быть, ребята, у нас здесь будут какие-то новости появляться? Я знаю, что будет еще обновление, потому что питомцев у нас пока в игре нет. Я проверила, их в пэтшопе тоже нет, поэтому я думаю, что будет еще обновление. И все-таки что-то на этих досочках будет появляться. Очень интересно, что же это будет. Еще один фонарик мы нашли, отлично. Уже 7, а всего их 25, ребята, ничего себе. Целых 25 фонариков, вот это да, вот еще один фонарик. Вау, оказывается, их так много, ну поехали искать. Мне кажется, все-таки вот, на сцене, смотрите, на сцене над Дредбоем и Иксдимером еще один фонарик мы с вами зажгли, отлично. Обходим все здания и ищем еще фонарики. Давайте здесь посмотрим. Я думаю, что обязательно за роботом должен быть какой-нибудь фонарик спрятан. На роботе, ребята, я вижу, на роботе есть фонарик. Вот еще, как он спрятан. Вау, как же его хорошо здесь спрятали. Ему здесь очень хорошо сидится. Так, ладно, давайте на робота сейчас запрыгнем. Для этого мне нужно выпить сок прыгучести. Так, выпиваем сок прыгучести. И полетели на робота. Сначала на эту штуку, потом вот сюда и спокойненько залетаем. Да, на одном плече у робота есть фонарик. И на противоположном тоже есть фонарик. Отлично. Теперь смотрим. На школе, ребята, есть фонарик. Так, немножечко не долетело. Запрыгнем, ребята, сначала на дерево, а потом на школу. Да, ребята, вот мы до него добрались. Тут целых два фонарика. Первый и второй. Вот он. Классно, классно. Ну, теперь давайте искать за этими локациями фонарика. Здесь нет, но я думаю, что на соковой фабрике все-таки должен быть фонарик. Еще один. Вот он, ребята, под елочкой спрятался. Мы с вами собрали всего лишь 15 фонариков. Осталось еще много фонариков. Видела фонарик еще вот за магазином Натаны. Смотрите, вот, его сразу и не заметишь. Давайте включим его, зажгем. Отлично. И где же еще фонарики, ребята? Они так хорошо спрятаны. Мне кажется, на пэтшопе тоже должен быть фонарик. Давайте вот так объедем, посмотрим. Нет, на пэтшопе нет фонарика. Очень-очень странно. Давайте посмотрим теперь на пиццерии. Вон, ребята, на пиццерии фонарик. Давайте запрыгнем на пиццерию и соберем фонарик там. Вот он. Так, лишь бы не промахнуться.
Отлично, мы его зажгли. Давайте отсюда еще посмотрим, где все фонарики спрятались. Потому что их еще очень много. Хорошо, я вижу, что есть фонарики на входе в город. И вот здесь есть два фонарика на входе, вот здесь. И второй фонарик вот здесь. Отлично, ребята. Ну, конечно же, в городе тоже должны быть фонарики. Давайте смотреть, где они. Ребята, ни одного фонарика нет в городе. Как так? Они всегда были в городе, а сейчас их нет. Что-то странное происходит. Где же спрятались все остальные фонарики? Но мне в комментариях писали, что фонарик еще есть на маяке, поэтому сейчас заедем в маяк, там соберем. И потом поедем на трассу, поищем там фонари. Да, ребята, вот он этот фонарик, отлично, 20, у нас еще не собрано целых 5 фонариков, ребята, представляете, целых 5 фонариков. Давайте смотреть просто в оба глаза, просто в оба глаза. Я хочу переодеться в другой костюмчик. Давайте переоденемся в костюмчик тигра и возьмем другую досточку. Вот он, водный тигр. Поехали искать на трассе. Да, ребята, здесь есть еще один фонарик. Отлично, и я вижу, что на мороженом тоже есть фонарик. Давайте тоже его зажгем. 3 фонарика осталось, ребята. Где же остальные фонарики? Я, ребята, долго искала 3 оставшихся фонарика. Даже, смотрите, уже переодела костюм. Думаю, что мне в нем больше повезет все-таки это костюм огненный. И потом я вспомнила, что девочка мне в комментариях написала, что на трассе есть фонарик. Поэтому мы с вами полетели быстренько на трассу. Точно, ребята, спасибо вам за комментарий, вы мне всегда очень-очень помогаете, поэтому мы полетели его собирать. Смотрим в оба глаза и ищем последние 3 фонарика. Неужели все 3 фонарика будут располагаться на трассе паркур? Сейчас мы с вами это узнаем. И я вижу этот фонарик, вот он, как же я не могла его заметить, но я думала, что это обычный фонарик. Вот, ребята, мы его зажгли, наконец-таки 23 фонарика собрали, да, это было сложно. Ну а теперь последние 2 фонарика. И чтобы их найти, мы с вами едем наоборот, то есть по встречке едем. И вот, ребята, первый фонарик спрятан вот здесь. Изначально его даже не видно. Если вы едете как положено по трассе, то вы их даже и не увидите. Но если вы едете по встречке, то вы обязательно их заметите. Вот и второй фонарик тоже располагается с другой стороны вот этих трамплинов. Круто, круто спрятаны фонарики в этот раз, и мне это очень нравится. И у нас, ребята, разблокировано сразу несколько стикеров. Давайте их открывать. Первый стикер, стикер с капибары. Новая неделя, новое задание. Красивый золотой стикер. Следующий стикер с фонариком, с лунным Новым годом. Участвовать в празднике лунный Новый год. Фонарик желтенький. Дальше открываем. Быстрее, быстрее собираем. Гонка на гироскутере завершена за 65 секунд. Отлично. И еще один фонарик. Самый главный, ребята. Ярчайший праздник. Вот она, легендарная наклеечка, стикер за собранные фонарики. Фонарики в этом событии спрятаны очень хорошо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой последний фонарик вы отыскали. Какой фонарик был для вас самым сложным, и вы никак не могли его найти, где же вы его в конце отыскали? Буду смотреть ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем классного настроения, встретимся совсем скоро, и всем пока-пока!